Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк». «Пределов не существует» – это любимые слова российского силача. И на своем примере Сергей много раз доказал, что человеческие возможности безграничны. В день празднования столетия татарской АССР силач протащил самолет «Сер-Джей-200» «Бомбардье» массой более 16 тонн на 35,4 метра за 1 минуту 30 секунд. Без каких-либо специальных приспособлений, отталкиваясь только ногами. Чтобы усложнить задачу, Сергей Агаджанян параллельно надувал и лопал медицинские грелки. Сергей объединил сразу два направления силового экстрима и сделал свой рекорд еще более уникальным. Год назад Сергей в честь творчества писателя Михаила Булгакова перетянул 17-тонный трамвай «Аннушка». Сделал он это, конечно, на Патриарших прудах. А еще за полгода до этого Агаджанян на патриотическом флешмобе перетянул легендарную «Катюшу» весом около 7 тонн. Сергей Агаджанян. Как мне это все удается? За счет желания. Надо вести здоровый спортивный образ жизни, и тогда просто не существует пределов возможностям человеческого организма.